Вчера около 20:00 в милицию поступило сообщение о том, что 4 человека спустились в городской коллектор по улице Ямской, где получили смертельное отравление неизвестными веществами. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы Киевского отдела милиции было установлено, что в шахте канализационного люка, куда спускались граждане, была загазованность на уровне 190 сантиметров от земли. Выяснилось, что около 19:00 до автомойки прибежала женщина, которая сообщила, что в канализационный люк спустились 3 человек, в результате чего работники автомойки выбежали, 2 работника автомойки выбежали с тросом в руках для помощи, для оказания помощи им, этим людям. Один из них по веревке спустился вниз, где тоже потерял сознание. После этого вызвали все правоохранительные органы, сообщили в милицию и приехали мы. Как по этому факту, после того, как приехали все необходимые службы, вытянули их с канализационного люка, и выяснилось, что все люди оказались без видимых признаков насильственной смерти, без видимых телесных повреждений. На данное время проводится комплекс экспертиз, после выводов которых вам будет сообщено дополнительно.